Приветствую вас, дорогие друзья! Свершилось! Появился стилист! Фронтера буквально утопает в пестрых красках, а тем временем маленькие саппорты бегают со своими чудесными наемниками. Кстати, вы были на этом эпичном ГВ? Ой! Меня вызывают на БУЗ! Всем пока! Всех покараю. Ой! Чёрт-то! Да. Ладно, что там у нас сейчас пишут? Конца света не будет. Блин, а у меня сейчас что? Вернуть наемников. Можно, хотя мне как-то все равно. ГВ, долго ли ждать? Да, к концу мая. Было бы неплохо. Их слышал? Было бы неплохо. Все так и будет, все так и будет, все так и будет. О, 35-й левел, ура! А сегодня у нас в гостях доктор Папов, ролик которого, к сожалению, не доказали в прошлом выпуске. Встречайте! Я ваша ярая фанатка. Втирание порингов, затылок, лечение хайпристом и другие. Прошу вас прислушаться к моим советам. Ведь я учился в Умбайской школе народной медицины. Давайте не будем тянуть и приступим к просвещению. Самое лучшее лечение в пати – это хайприст. Вот он. Левел его должен быть примерно как левел ПМа. Вот примерно такой. Его нужно попросить, хорошо попросить, не отрывая головы. Затем кинуть пати. Подождать полтора часа. И обнаружить, что нет варпов. И вставить по первое число, не отрывая головы. Приз дает блесс, аги и, скорее всего, силу света. И пати ложится очень быстро. Быстрые ноги сайгаков не только спасают их от врагов, но и помогают преодолевать большие расстояния в поисках пищи и воды. Во время бешеной скачки огромный горбатый нос сайгака играет роль теплообменника, защищающего дыхательные пути животного от леденящего ветра. Ведь сайгаки – обитатели континентальных степей и пустынь, где зимой бывают сильные морозы. Собственно, снова приветствую вас, но уже в более здравом рассудке. По всей видимости, на сервере уже появились или вот-вот появятся первые лампы Advance. А тут уже, надеюсь, и ГВ с БГ не за горами. Ведь уже на головах жителей Рунмингарда стали появляться физер-беретки, а им необходимо срочно найти подобающее применение. В остальном, колоссальных изменений за эту неделю не поступило. Народ все так же находится в утомительном ожидании стилистов, таинственный похититель шарпов не найден, а конец это был отложен на 2012 год. Тем временем конкурс на лучший рассказ продлевается до 25 числа этого месяца. По окончании приема работ будет проводиться голосование, которое определит победителя. На данный момент имеется уже 8 рассказов. Поскольку многие послали на пенис ограничения, мы их снимаем. Вы также можете написать более одного рассказа. И хотел бы вас предупредить, что вы всегда вправе отказаться от приза,
пользу куратора проекта. Также хотел бы просить по возможности просвещать незнающих людей о таком проекте, как Free TV. Что ж, пишите свои задумки для каналов, фантазируйте на тему рассказов. Всем пока, удачи! Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy.